счеты, школьные прописи, в которых писали еще перьевой ручкой, и, конечно же, книги, знакомые с детства. Полное погружение в 60-е в галерее Горшина. Посидеть за школьной партой, набрать номер на дисковом телефоне, рассмотреть старые номера журнала «Мурзилка». В Химках открыли выставку детских иллюстраций книги, знакомые с детства. Мы буквально с вами перелетаем на 50 лет назад, где мы можем познакомиться с тем, как дети, советские дети ходили в сад, в школу. Кроме того, кроме книжных иллюстраций, у нас представлены книги. Собрать коллекцию помогла Красноармейская картинная галерея и Химкинская центральная библиотека. Некоторые атрибуты советской эпохи принесли и сотрудники галереи Горшина. Ну попробуем. Вот, давай, давай, смелее. Давай. Ножку вторую ставь. Для детей выставка «Погружение в историю», для взрослых – ностальгические воспоминания. Очень интересно. Я смотрю, что иллюстрации здесь представлены, старых наших любимых детских книг, вот, замечательных художников. Очень все такое интересно. На выставке более 60 оригинальных иллюстраций. Большая часть из них вышли из-под карандаша художницы Елены Афанасьевой, известной нескольким поколениям читателей журнала «Мурзилка». Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.